Много нынче в памяти потухло, а живет безделица пустяк. Девочка и потерянная кукла на железных скрещенных путях. Эшелоны шли тогда к востоку, молча шли, без света и воды, полные внезапной и жестокой, горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, и рвалась из материнских рук. Показалась ей такой красивой и желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки, и толпа, к посадке торопясь, куклу затоптала у теплушки в жидкую струящуюся грязь. Некуда от странной мысли деться. Это не игрушка, не пустяк. Это, может быть, обломок детства на железных скрещенных путях.